Выпуск нашего сегодняшнего автомата тематический. А какой он должен быть после такого урагана? Стихия с небывалым размахом разбушевалась в Могилеве субботним вечером 12 июля. Мощнейший ливень, град, сильный ветер привели к затоплению, повреждениям деревьев, машин, уличных и дорожных объектов. Гроза накрыла Могилев около 20 часов. С неба обрушилась стена воды. На некоторое время автотранспорт встал, так как видимость была нулевой. Ливень залил практически весь город. Традиционно затопленным оказался перекресток улиц Первомайская и Тимирязевская. Ураганный ветер повалил деревья. Пострадали припаркованные на дворовых территориях автомобили. В общежитии на Пушкинской стремительно вываливались окна. Деревья тоже не устояли под напором стихии. Выпали окна у людей на улице Терехина. Пострадал бульвар Днепровский. Разбросало металлические конструкции на стадионе «Спартак». В городе прошел сильный град. Пострадали детские сады, поликлиники. С корнями вырывало деревья, рекламные щиты сносило остановки. Субботний шторм не пощадил и кладбища. Покосило много деревьев, покорежило ограды, скамейки и памятники. На автомобили падали деревья, еще раз падали, еще раз деревья. Многим удалось отделаться легким испугом, но так везло не всем. После урагана недосчитались номеров десятки водителей области. Многих поглощала лужа. Сигнализации срабатывали у половины машин. Надеемся, такого больше не повторится, а то придется строить ковчег. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат», адрес рубрика автомат@tut.by.